Друзья, всем привет! Давайте в этом ролике полюбуемся на соседей, тигрята и волки. Вот, февраль, солнце светит вовсю, и к середине февраля вообще плюс 17 градусов обещают. Тигрята никак не освоятся, вернее как, они освоились, но никак не станут такими же общительными и коммуникабельными, как все остальные жители Тайгана. Вот это вот в них диковатость до сих пор присутствует, и они не особо выходят, чтобы поприветствовать посетителей. Вот, красавчики. А жаль, конечно. Я знаю, друзья, что вам они очень понравились, и многие в комментариях спрашивают, чтобы побольше, почаще их показывали, этих красавчиков. Но вот пока вот так вот только. Что ж, я думаю, что скоро, в скором времени они поймут, что в Тайгане и посетители добрые, доброжелательные, и смотрители. Ну, то, что смотрители, они в этом уже убедились. Хорошо за ними присматривают, ухаживают. Так, друзья, и вот. Вот стоит красавица херсонская Динара, волчица. Вот Елену Желябову она уже прекрасно узнает. А чтобы не узнать, у них запах просто-напросто откладывается. А когда этот запах еще с такой хорошей ассоциацией доброго человека, который приносит вкусняшки, ласково общается, то понятное дело, что Динара прониклась. Видно уже, конечно, по этой волчице, что она довольно-таки возрастная. Уже вот и мордочка такая. Но это большое счастье, что такая вот у нее старость в большом вольере, в хороших условиях. Волки это вообще очень интересные животные. В чем-то даже схожи с людьми, тоже живут сообществами. Но когда разные стаи встречают друг друга, то жди беды. Драка будет жуткая, насмерть. Так зачастую, к сожалению, и у нас людей, когда разные страны начинают биться. Вот, друзья, и есть поговорка, что нюх как у собаки, глаз как у орла. Так вот, про слух можно сказать, а слух как у волка. Волк на несколько километров отчетливо слышит, что происходит. И особенно вот, кто читал Джека Лондона, знает, что летом стаи к лету ближе распадаются, когда становится много дичи. А потом, когда холодает, осенью они снова собираются в стаю. И именно вот вой, который раздается по всей окрестности. И вот так вот члены одной стаи друг друга узнают по вою, собираются. И зимой в холодное, голодное время вновь живут стаи, охотятся. И таким образом вот это им помогает выжить в самых суровых условиях. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой, вам за ваши комментарии, лайки, всем мира и добра, пока-пока.